Ну что, привет, мои маленькие любители ваншотов. Сегодня нас DICE обрадовали очередным режимом во вкладке «Популярные игры». И он называется «Eye to Eye». В русской версии «С глазу на глаз». Суть режима проста. Это Domination на Амьене. Из классов нам доступен только штурмовик, вооруженный дробовиком и оружием ближнего боя. Вишенкой этого режима является отсутствие регенерации здоровья. Режим, конечно, лютый и наглядно показывает доминацию понерфенного дробовика А10. В целом тактики здесь абсолютно нет, и игра идет чисто на реакцию. А теперь про А10. После позапрошлого патча он стал имбой. А прошлый патч как бы его починил? Но как показывает практика этого режима, А10 Охотник теперь самый рандомный дробовик в игре. Ваншоты бывают в упор и на дистанции, а иногда он вообще не убивает. И это я говорю про моменты, когда вы убиваете противника, у которого 84% здоровья или 100% здоровья, а иногда вы можете в упор снести 8% здоровья. В целом, дробовик остался очень опасным, а режим с глазу на глаз прикольный и не так раздражает, как прямая видимость. Потому что сюда вы заходите и понимаете, что вас встретит А10 Охотник, а не 500 тысяч кемперов, которые работают с 8-кратным прицелом в атаке. Но, думаю, на этом все. Сейчас по традиции у нас будет геймплей с пацанами из Дискорда. Если вы хотите присоединиться к нашему Дискорду, ссылка находится в описании. Увидимся на поле боя. Пока. Так, блин, у вас там уже забито. В очереди три, ёб твою мать. Ладно, посижу в очереди. Блин, мне 11. Мне 11 хп, ребят, все. Ахи! А я сгорел. Захватим цель! Ай! Ай! Стакается урон! Есть такое, да. Что с дробовиками не так, не понял. Есть ли двухступенчатые патроны пули? Мы захватили цель. Самое главное, что тут не восстанавливается здоровье. О, господи! А, сзади. Не, я хитрый, я пойду. Ай, блин. Вот, Гейс, это просто... Ну, почему они меня шотят, а я нет? На тебе борщ! Почарик. Дэвид Блейн. А10! Мы починили А10! Мы его починили! А что они сделали вообще с ним? Да ничего не сделали. Разброс немножко прибавили. Вау! Ну серьезно, ты не верил? Мы починили А10! Просто этот какая-то. Понятненько, Ясен красный. Ау. Ну с ваншотом. Слезы, господи. А го потом BF3. Изучаем. Там тоже с дробовиками, по-моему. Или подствольный дробовик. Дымовые. Нет, здесь мы можем, да, так сделать. Если мы взяли дробовик, мы с маслом еще. Люди выпадают из окна. Все что только в пару. Все что этот мимчик видели про Спанч Боб, над которым я на аватарке стоит, он такой приунывший там. Вот, это просто мне вспоминается, когда в 2К16 у тебя батла обновляется 1 мегабит в секунду всего лишь. Ты сидишь, ждешь час. Или мне, конечно, с этим приунывшим больше всего нравится мемец, типа, когда... 3 гигабайта, кроет... 2 часа. Кроет хлором, а ты не отошел от Крита. Че шикарно. Дай, блядь! Господи, ну серьезно, реально чувствую, как будто А10 не чинили.
Дайс просто не продали же уже капсы, тоже, на самом деле. Дайс фикс, плес! Я прям какой-то ваншот, ванкил, но ланджет скилл. Не делай, подумай. Ваншот. Ваншоты ловить на дистанции. Обожаю. Как ловить? Не, я их не ловлю, я их больше делаю. Я за себя говорю сейчас. Я чувствую полную беспомощность. Ай, блядь. Вот маслингивир. От этого режима. Да! Ну чё скажете про режим, парни? Как же меня подзаёбит? Не, ну серьёзно. Я скажу, мне было весело. Дробь в лицо. Короче, три раза поиграли, и всё. И спасибо Дайсон за режим, да? Да. Дайте что за режим-то? Гоу с Мартини Генри. Гоу с Мартини Генри в следующий раз, Дайсон. Зрители требуют. Помню, его набор дали, ура!